Я хотела бы, как бы сказать, да, там, я не знаю, заявление сделать или еще что-то, что очень много семей остались без средств существования и поддержки населению, потому что вот сейчас нам с детьми очень сложно пришлось, самоизоляция, я работу потеряла 2 месяца назад, у меня, можно сказать, все накопления ушли на продукты питания, еще на что-то. Мы сейчас с детками остались без поддержки. Вот. Мне пришлось обратиться во «Взгляд инфо», чтобы люди меня услышали, нам помогли. Какие-то отклики уже пошли вам? Да, 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 да. Нам очень много откуда позвонили, из благотворительных фондов, из соцзащиты, из центра «Семья». Везде обещали помочь, привезти продукты. Кто-то говорит, там, может быть, вещи вам нужны, может быть, еще что-то. Вот. Какие-то переводы на карту приходят. Благодаря вам, большое спасибо вам огромное. Вот. Вы нас очень сейчас спасли, помогли нам. Вот. Ну что еще сказать, я даже не знаю. Вот в интернете есть люди, которые пишут, что вы не настоящие, что вы фейк. Но это неправда, вы сами видите. Вот я настоящая, вот у меня 2 детишек. Девочка, мальчишка, 7 лет и 3 годика. Вот. Я их очень люблю. Я просто мама-одиночка, да, с 2 детками. Осталась одна, так получилось. Но скоро, скоро с 3, да. И, ну, в принципе, я даже не знаю, что вам еще сказать. Мама, да. Мам, там большой жук, вон он. Да ты чего? Там жук большой. Иди сейчас кушай, домой пойдем, беги. Иди сюда. Тут жук. Это не жук, это шмель. Это... Сейчас к вам в камеру залезет.